for so long that I can't hold on to you. I'm losing my mind because I can see there's someone in your eyes and it's not me. I had built a dream, a big, big dream all around you. I had your love here in my hand, but then you slipped through. I'm losing my mind, alone and so blue. Ты там низкий, ну короче, ловимся сейчас под ГО. Соберем все, что есть. Выход поздний, 1.24, все. Ну а что делать? Опять ребят скакнул интернет. Драконом. Не, в центр поломимся. Вот тут. Хотя посмотрим, я мифалу в ту сторону отправляю. Возможно, я мифалу его топу возьму. Если это почему нет. Если она маленькая, скажем. Я мифалу сейчас потащу, короче, возьму ей коробку. И бы, кстати, книжку еще купить было бы неплохо. Ну ладно, я возьму коробку, библиотеку и побегу в сторону сюда цеха. Можно будет на следующий день утопу забрать, посмотрим. Ложки в это время поедут, короче, добирать зефирки, пробивать вот эти штуки. Сейчас, может, как-то денег наскребем даже на архов. Я в этом сомневаюсь, но попробую. Может, в коробка на бабло. Вот, тут цепь выстраиваем. Валеска бежит под ГО. Активно собираем бабло. Такие вот планы. А у меня есть тетива уже, мне она не нужна. Тащим, тащим, ребят, куда же деваться-то? Здесь, ну, на выход доберем еще вот эти штуки. В принципе, армия у нас будет сильная. Минус в том, что, ну, по сути, магии нет никакой, да? Вменяемой на Валеске. И поздний, ну, как бы то такое, войско будет, мы пробьемся. И также большой минус в том, что поздний выход, это самое главное. Еще и за синий цвет, 1.24, это очень поздно. Да, внизу цех заберу. Я заберу цех, я заберу вот эти две
зефирки, возможно, даже утопу сломаюсь, она будет маленькая. У меня есть как раз два хода, то есть сейчас на этот ход Малеска ничего не делает, она бежит, становится под ГО. Мы выстраиваем цепь, тут как бы конца и цех, вот этот верхний, они близко с дорогой, то есть их потом ложки заберут. Вот, с этим проблем не будет. В принципе, вытащить все это тоже проблем не будет, все просто. Смотрим, что сейчас в коробке еще. А еще вот это нужно. А, ну все, ГГ, оппонент сдается. Все. Поиграно. Говорит, два улика на весь рез. Мишка кентов. Ну, видимо, плохо сдала нам. Давайте расклад смотреть. Ну, кстати, бодро сыграли за 3 часа, за 3 с половиной. Да, тут совсем грустные, грустная сдача у оппонента. У топ дофига натыкал, а толку, толку мало. Возможно, здесь что-то еще было. Подблочила охрана у топа. Выход, в принципе, удобный, потому что рядом деревенька. Построил, кстати, форт, то есть два города отстраивает. Хороший кач у Ивара, книжки только нету. Не, ну, кстати, так-то сдача не айс, не айс. С ГО не повезло, да? То есть была бы пешеходная ГО. А что, лукари-то есть? Лукари есть. С ГО не свезло. Была бы пешеходная ГО, он бы пробился достаточно нормально. Даже несмотря на два улика всего. Кач хороший, масло, и давай расстреливать вперед. Вот вам и расход уже творил 4 раза. Ой, блять, это аналитика гениальная. А в соде, короче, так не раздает. Хуже в 4 раза. Хуже так, что было бы ГО другой, оппонент бы вышел на 2 дня раньше творы.
почему не на 2, на 1? Аналитики анализируют. Лампу потянуть. Можно, кстати, доиграть. Говорит, если есть второй сдачу, был блок из глаз, но по сравнению с этим я бы зарестил. Валеска слабовато. Да нормальная валеска, чё. Так. Сейчас, как бы, мы тут вращали. Кстати, очень плохо. Но мы подставим кого-то.
I saved my baby from that endless sleep. Endless sleep. Oh, yeah. Oh, кстати, это у нас заделяет жена. Ну ладно. Так, дальше. Здесь разогнать еще этого парня, да?
Рили, кстати, заценили какой топовый, наверное. Подожди, а зачем я вылил? Я же могу в замке обмениваться. Я забываю постоянно, брат, херотень. Надо бог с ним. Надо 8 косарей. Ой, боже, это ж конца, я расстался вообще на похе. Ладно, на самом деле, как бы, я расстался как в этом. Так, этих надо будет на грейд свозить. По-моему, весьма такой еще выход.
Палач, интересно, на спидов распространяется. Your happy home.
back and catch evil coming out of your back door. That's evil. Evil is in your home. I'm dead for you, brother. You better watch your happy home. Иначе с вами бы собирали. Ну вот как-то так, да? Как-то все на грейд бы запили. Все еще День Ангела бы запили. Вот такая вот бы игра получилась. Ладно. Спасибо Сэму за игру. Победа у нас на 1-2-4 получается. Свиток полет. Да. Полет здесь можно использовать без отстройки гильдии в хоте. Поэтому с воздухом там нормально, но мы в центре шерстили, я думаю. Такие вот дела, ребята. Сейчас будет, короче говоря, перерыв. Карту открыть. Ну давайте еще откроем карту. Перерыв на покушать. Нет, это нижняя сетка. Я проиграл. А Владимир. Нет, да, Владимир Оспе проиграл. Третья игра, выиграл у Шрекса, проиграл Владимир Оспи, и сейчас вот выиграл у Сэма. Так. Давайте с 1-1-1. Откроем. Да, у оппонента, конечно, намного беднее сдача. Единственный шанс тут был как-то, ну, пробиться темпами в центр и там сажать ништяки. Не свезло с ГО, было бы пешеходное ГО, было бы нормально. И тут вот если бы пробежался бы, да, первый. Вот такой, кстати, прикольный момент. Вот бы зефирка по дороге и шапка пятого левела. Центр, кстати, не маленький, не очень. Встреча была бы быстро. Мы с тобой могим встретиться, мне только адмирал нужно закатать, это шизи вообще. Давай, Симон, тащи. На центр мелкий. О, вот это, прикиньте, вот это сдача за кассу. Мне бы такую. Раз нычка ангелов, два нычка ангелов. КВ прям под боком за нормальной охраной. Коробки, три нычка ангелов, дорога в ГО близкая. Вот это шоколад, ребята. Причем дороги нормальные, компактные. Зефирки есть. Консочка, цех, еще нычка. Вот если бы я на этом респе сгенерился, это был бы огонь. Короче, тут еще улики. Че хош делай? Четыре, блядь, нычки ангелов. Четыре. Вот это изикатка была бы. Причем нычки нормальные, они пробиваются все без особых. Конца. Короче, к
КВ, раз нычка, два нычка, три нычка, четыре нычка, причем они все находятся во вменяемом. Три вообще по дороге, одна недалеко. Два универа, боже ты мой, два библиотеки, то есть. Цех, конца возле дороги, конца возле дороги, еще у библиотека. Два улья, один из них по дороге, накидка плюс два к скорости. Вот это просто дичайшая сдача, ребята. Выход на 1.1.5. Но тут как бы, если все это грамотно реализовать, тут очень ранний выход можно сделать. Причем он будет не просто ранний, а настолько мощный, что мама не горюй. Не, ну склеп это такое, склеп это бабло, это прикольно, но бабла, да, в достатке. Жестяковая раздача, короче. Вот это да, вот это генератор дает, а вы говорите, шоколад творит. Музыка, ребята, играет с радио у нас, Киев Рэбл Радио. Киев Рэбл Радио. Там чайник еще на респе. А ну-ка. Блин, еще меч тоже, боже мой. Причем это все рядом, это, ну, и статы есть. Какая-то жесть. А где чайник? Чайника не вижу. А тут и без чайника огонь, ребята. Я вам так скажу. Главное не запороть этот шоколад, что тоже в принципе бывает. Право вниз от КВ. Воу, реально чайник. Просто жесть. Причем это, эти рыцари тоже пробиваются изи потом. Просто охренеть. Чайник, книга воздуха, 4 нычки ангелов. Все берутся, все по дороге. Еще коробка за гномами. Арты на статы есть. Два улья. Арт на скорость, зефирки, цех. Блять. Это просто не игра, это пошли не нахуй. Я так считаю, друзья. Это уже не герои. Все. На этой ноте будем мы заканчивать наш стрим по героям. Спасибо всем за внимание. Сейчас будет перерыв минут на 20-30. После чего будет у нас стрим по Hearthstone. Кому интересно, welcome. Герои будут в следующий раз. Ну, в течение недели, сейчас у нас четверг уже. Посмотрим. Там несколько сейвов у нас турнирных висит. И с Хилайтом надо тоже финал будет катать. Анонсы в нашей группе Heroes 3 во ВКонтакте. Подписывайтесь и будете в курсе наших стримов. Все, я ухожу на перерыв, после чего будут картишки. До скорой встречи, друзья. Для вас играл и комментировал Тварина. Увидимся. Take you to Hollywood. Really? Put you in the movies and you make good. I'm sure. Would you say you were misunderstood? Well, baby, how about that?
Waffles in the morning and steak every night. I'll buy you anything to suit your appetite. Making you happy is my delight. So don't say you can stay but an hour tonight. If I say you're fine as wine, and I give you all my time, you would do that? Would you say I'm handing you a line? Well, baby, how about that?